Пик. Добирают мидера. Ну и потихоньку ребята рассаживаются по героям. Ну, по лайнапу вот команды GR, Пинокер мид, Тайдхантер в сложную линию пойдет на топ. Ну и Разор, Тримпротектор и Шадоу Демон будут стоять на ботами. Я думаю, именно так оно и будет. Ten seconds remaining. Так, ну вот она понеслась. Ну что же, сторона Radiant, команда Johnny Revenge. Winter играет у нас на Tidehunter и Sharky на Shadow Demon. Johnny играет у нас на Twin Protector. Полосан играет у нас на Invoker. И на Разоре у нас играет Чибикс. Чибикс. Сорнадайр, команда MVP Phoenix. Кио играет у нас на Ember Spirit. На Faceless Void у нас играет 4F. На Shadow Shaman. Хин, Марч на Ио. И кто у нас остается? На Тинкере у нас играет Ryzen. Так, мы видим, куда MVP Phoenix направляется. Направляется не в чужой лес. Тут же у нас Винтер, который поставил бардецкий такой вот. Ну, опять же, бардецкий все видит. 30 seconds to battle. Ну и отталкиваясь от этого, ребята сейчас будут искать варды, которые поставили здесь МВП. Ну, стоит еще заметить, что новый какой-то бардецкий появился. Вот этот, который ставится в начале игры. Такого вот я давно не видел. И что это отметить, что почему-то вот тут стоит вард, вместо того, чтобы его тут расположить, как это любили иногда. Как любили все азиатские команды и делать, кстати говоря, это все дело. Так, ну что же мы видим по линиям. Тинкер отправляется в легкую линию на топ, на middle lane. Мы видим Faceless Void против Invoker. Ну и на ботами Tidehunter против триплы команды MVP Phoenix в исполнении Shadow Shaman, Ио и Ember Spirit. Саппорт уже, видим, перетягивается под Смакевичем у нас вниз. Ну и, видимо, где-то будет сейчас. Кого-то находить. Да, находит его. Его есть тизер. Да, тизерится к Ember Spirit. Ну и что же? Есть Disruption. Дальше-то что? Дальше Марч избивает. First Blood забирает у нас Винтер. И на этом все расходится, да, ребята. Ну, не очень хорошее начало для Марча. Ну и видим, как Тинкер тоже тут нормально получает. На статик линк и борода начинается просто для Тинкера. Ничего не может делать он. Да, ну, конечно же, большие траблы у команды МВП на топе. Не так хорошо и на ботами, как я вижу. Что касается на middle lane, то там тоже сейчас будет унижение Faceless Void. Класс Экзорта у нас инвокер, поэтому сейчас будет тоже наваливать неплохо. Йо-йо-йо. Непонятно, что делает. Будет на руну. Сейчас, наверное, разобьет ее. Будет как-то дальше действовать. Shadow Demon. Пошел заходить в спину. Все-таки передумал. Он это делает почему-то. Хотя могли бы, мне кажется, подраться тут у нас. GR. Очень даже неплохо.
Тинкер. Видим, делает отвод. А второй левел есть у Тинкера, что касается тут уже у Разора. Разор уже четвертый. Ну, видимо, это унижение. Ну, хотя сейчас Тинкер сейчас подымет как раз под тавером. Возможно, что-то интересное получится. Тинкера дальше как-то противостоять своему оппоненту на линии. Ну, что же у нас на ботами? Чего интересного нету, Винтера поймали. Винтер уходит отсюда подальше, видят дальше после Протектора. Протектор тоже уходит. Ну и на развороте ведет какая-то драка. Да, значит, у нас Шаду Шамана, Санфрак летит, Санфрак хорошо попадает, значит, у нас Шаду Шаман. Винтер надо забрить, тут ребятам с командой ВП, Винтер уходит отсюда, Винтер, минус у нас Марч, остается последний у нас Эмбер Спирит здесь живой, ну и это минус 2 на ботами в исполнении команды GR. Так, что у нас здесь? Без проблемы. У Тинкера, Тинкер уходит, покупает себе ботл. Так, ну и тут ребята хотят забрать все-таки первый флаг. Ну и да, забирают шаду демона. Ой, Эмбер, Эмбер. Всем не бывает. А тут сальвы не было? Нет, не было сальвы. Тю. Жаль. Просто жаль. Так, ну вот. Тинкер пошел через марш как-то воевать. Против Разора. Ну и как видим, неплохо это получается. Хотя бы Тинкер теперь может дамажить как-то Разора. Перед этим, конечно же, все очень плохо было. Так, тут отвод. Очередной. От Тинкера. Ну, есть два саппорта. Команда GR. Возможно, сейчас что-то и придумает такого интересного. Тинкер уходит вообще. За тавер. Да, ну, есть просвет. Видят у нас того же самого Тинкера, где марш. Пошел у нас марш. Ну и главное тут жить. Главное тут жить. У нас Тинкер до конца. Прилетает у нас ИО. Пока что живет Тинкер. Нет, Тинкер умирает. Санстрайк никуда не летит. Ну и ИО тоже здесь погибает. А, тут еще что-то шаман есть, который тоже прилетел на хилку вместе с ИО. И, по-моему, он тоже тут падает. Да. Приходит Faceless Void, пятый левел, нету хроносферы. Шадоу демона убьют или нет? 120 хп. Это протектор. Вряд ли что-то будет делать. У нас 4F. Да, бежит отсюда подальше. Таймволк и уходит отсюда. 7-1. Начинается у нас GR. По MVP Феникс вообще не идет как-то игра. Как я вижу. Ну, тот самый Faceless Void, который стоит на Мидолейне. Просто встал, проигрывает линию уже. Только по кейпстату, если посмотреть. Ну и на левел опережает. Его инвокер тоже. Короче говоря, что-то какой-то план неудачный от команды МВП. Мы видим. Так. Шаду Шаман третий левел. Его, по-моему, нет, его четвертый левел. Тизер на единичку. Ворчар тоже на единичку. Достаточно интересно. Так, Эмбер. Ловит Винтера. Винтер. Большие проблемы. Флейнгвар, конечно же, насколько на троечку. Что-то не получается зацепить. Зацепить зато Марча. Санстрайк точно в цель попадает. И очередной фраг для команды GR. Да, ну, я даже не знаю, как тут играть даже ребятам с команды MVP. Ну, есть Тинкер, окей. Тинкер 6-й левел. Но
Мне не кажется, что Тинкер тут как-то потащит, будет отпушивать всю стратегию команды GR. Просто появится сейчас ревейдж у Тайдхантера где-то скоро. Уже есть ревейдж. Но это good game сейчас будет, если там трейк сломает где-то. Так, отправляется MVP. У нас куда-то на middle lane. Сверху же тоже находятся два игрока. Команда MVP. Ну и начинается у нас избиение инвокера. Инвокер санстрайк перед смертью, но на двоих, по-моему, делится он. Поэтому молодым уже не нанес. Так, ну и тут Шаду Шамана вроде бы должны ловить. И пошел, кстати, клинк. Есть ревейдж, спанули у нас Шаду Шамана, именно Шаду Шаман. 9-2. Я не понимаю, как вообще MVP хотят, MVP хотят играть тут. МВП, МВП. Ну, поймали шарки, шарки. Бежать, 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 бежать. Инкарнов спал. Приходит сюда Джонни. Санстрайк опять же точный. Ну и шарки пока что живет. Повесился олдкетчер. Ну и минус Кьюо, по-моему. Да. 11-2, ну... Мне уже жалко становится просто этих ребят. Скорее. Как бы они ни старались, все просто никак. Никак не ложится им. Так, Винтер. Нет ревейджа. Об этом знают, по-моему, МВП. Поэтому, мне кажется, нужно было бы сделать какой-то телепорчик на Шаду Шамана. Ну и через Шаклс как-то попытаться забрать от Хантера. Пока он не такой уж и... Invisibility. Ужасный. Стучий хп. 500 хп можно еще пока что убивать. И надо убивать, мне кажется. Faceless Void отправляется вниз. Внизу и будет сейчас развиваться какая-то драка. И... Ну, ждут Faceless Void'а, ждут пока что все подойдут к лавру. Ну, 4 игрока, отлично. Void, твой выход. Пошел Disruption. На Ember Spirit, а Ember Spirit уходит на Remnant. Вот он купол. Вот Faceless Void'а, сбью сразу же Shadow Demon'а. Shadow Demon уже ультимейт. Faceless Void будет отсюда, а Ember Spirit пока что же у нас живет. Минус Ember Spirit, минус Void, минус Shadow Demon. В итоге 2-1, по товарам дали вот так вот ребята из команды GR. Как бы... да. Все ясно. Все уже ясно, мне кажется. Мидас уже появился у инвокера. Дальше заходит на следующий там. Привет из команды GR. Взять и фортификации. Что насчет Тинкера? Тинкер 1200. Ну и вряд ли он чем-то поможет здесь. Марч. Спанули Марча. Санстрайк. В этот раз не точный. Ну, зато Эндера, по-моему, поймали. Нет, поймали. Минус 100 дэмэджа. Не знаю, чего сейчас будет наносить дэмэдж тут у нас. Такое. Тринадцать три. Погоня за Тинкером. Тинкер. Таверну, санстрайк. Ах, не залетел. Что так? Ну и тут все-таки Марш дал, и Марш очень хорошо пробил у нас двух игроков на NGR, но мы видим все на своих глазах. Просто рассыпаются. У нас МВП в драках. Dire's top tower is under attack.
Dire's middle tower is under attack. Ну и минус следующий тавер. Минус третий уже тавер. В копилочку команды Джер. Ну и у Тайдхантера появляется дагер. Да. Ну, на 13 минуте можете посмотреть на графике. По XP около 6 тысяч, по голде 10 тысяч уверенно ведут джеры. 14 минута у нас. Так, где у нас драка происходит там? Т1 решили забрать у нас МВП, но не сегодня, я понял. Все прилетели дефать, остались два игрока, которые забрали Т1 вышечку сверху. Ну, блин. Тут уже ждем команду МВП, когда уже будет писать она. Good game, потому что я не знаю, зачем дальше играть. Ну, конечно же, можно потянуть время, то есть придумать какую-то стратегию на следующую игру. Тогда окей. Да окей, поиграть пока что в свое удовольствие. Но тут уже габелла просто. Орбит-мазочка появилась у Гойда. Тут травела, кстати говоря, у Тинкера появилась. Все-таки нафармил он на свои травела. Выходная Амберспирита. Стоит Тайдхантер, ждет. А ремнанта нету. Хует на верхнюю руну. Ну и бежит отсюда подальше. Ну, прилетает Тинкер, пускает машин. Тут же джеры пока что ждут, пока что никуда не легут, не лезут. Видит у нас Эмбер Спирит, а Эмбер, ху-ху, Винтер. Просто передает всем привет. Дает выигрыш двоим. Минус два уже следует. Команды джер. И дальше идут загонять Тинкера. Тинкер. Но Тинкер тут не улетит. Да, есть дизрапшн. И минус у нас Тинкер. 15 минута графики. 12 тысяч. Начинает, ребята, бить тауэр. Предпоследний Т2. Последний стоит у нас на медолейне. Вот, пойдите не кра себе. Ну, я не знаю, я бы уже без этого бы просто бегал бы. Просто копил бы деньги. Всем точно копил бы. Так, связали у нас инвокера. Ага. Ну, влетает Винтер, начинает нарезать. Марч улетает сюда подальше. Насасывает тут хорошо разор. Плюс 84 высосов. Эмбер влетает, двоих связывает, кирпич ловит в голову. И улетает обратно. Ну, что это вообще за... Да. Так, заходит на последний Т2. Он, конечно же, дефаться не будет. Ни при каким случаем. Никаким случаем. Никак вообще. Так, ну и на Т3, да? Правильно все делают у нас джеры. Radiant's bottom tower is under attack.
Ну, если что, там у Tide Hunter скоро появится ультимейт, если не ошибаюсь. Да, 6 секунд остается. Можно сейчас прыгать, просто убивать всех. А? Tide Hunter-то. Radiant's bottom tower is under attack. Форстаф у 3 протектора. Что тут почти аганима разора. 1500 у инвокера. А тут что у нас? Тут все плохо. Тут у кафейзы появились недавно в Эмбер Спирита, наверное. Брейсер. Mask of Madness. Faceless Void. На, спасибо. Хоть что-то появилось. Ну и заготовочка, конечно же, на Панчстром. Которого не будет, наверное. Ну вот, входит у нас Винтер, Ревейдж опять же по твоим, минус у нас Марч, Эмбер тоже у нас погибает, Ремнантик, давай живи. Оп, встал. Ну и тут заканчивать просто-напросто уже GR, потому что тянуть я не знаю зачем тут. Нету смысла просто. Ну, Shadow Shaman просто так не сдается, видим, поставил бандитцы. Зачем дефать, если можно забрать Т1 вышечку? Два телепорта делается сюда. Прилетает у нас Трипротектор, берет его в Шеклс. Ну, давай! Ай! Жаль. Просто жаль. А вышечку задынает. Красава. Инвокер дынает вышечку. Я, кстати, это вторая вышечка для команды MVP Phoenix. Ну, я не знаю, чё ребята гонятся, то есть можно, конечно же, зайти на Т3 и сносить уже его. Но ребята хотят драться. Ребята хотят драться. Минус всего остается тут у нас Ember Spirit, по-моему, да, на прилетели. На релокейте, ребята. Чьё улетает отсюда, так и не поймав никого. Тут же Дагер появился у Тинкера. Ну, сейчас, наверное, мне кажется, Джеры доиграются. Просто-напросто. Из-за своей неуверенности какой-то, которые не зашли на Т3. Что по XP у нас по графикам? 20-я минута, 14 тысяч по XP. Впереди ребята с команды GR. Ну и по голде 15 тысяч, даже 16, я бы сказал, тысяч за ними. Чего ждать? Знак вопроса. Почему бы не идти и все не снести бы? Ну вот, наконец-то поймали у нас Shadow Shaman. А нет, Тинкера поймали. Просто расплылся как Shadow Shaman. Моделька пририсовалась. Но сразу же байбек. Ну и сразу же депать. Да, прилетает. Машинс. И понеслась. Ну и инвокер с некрами. Заходит наверх. Ловит. У нас разора. Разор. Ставится хроносфера. Что-то никто не пишет к нему подходить. Да, минус у нас Эйкис у разора. Вот сейчас можно подраться. МВП. Очень даже неплохо. Толкает у нас вперед разора. Тут же Ravage. Отлично. От Винтера залетает. Минус 1, минус 2, минус 3. Ну и Shadow Shaman, который тоже вроде бы как уходит отсюда, да, ну тут Good Game пишет у нас Combo на Phoenix. А, вот так вот. Такая вот у нас игра получилась. Мне кажется, около 70% вставили на команду МВП, что они победят вообще на изичах, но не тут-то было, как видим.